Ну а нам надо возвращаться на работу. Еще раз пройдем по набережной, посмотрим разрушение, принес шторм. Люди, конечно, идут все с телефонами, все снимают, запечатлевают, отправить знакомым, друзьям. А может, это все блогеры Новомихайловские, я не знаю. Угу. Охереть. Золотая корона снесена, что ли? Здесь, видите, у него остались все зелени. Все, можно сказать, что ничего не осталось. Ужас, ужас. Это на следующий год опять вкладываться. Я, кстати, нет, медпункт. Хотела сказать, не вижу будку медпункта, вон она. На набережной стоит. Ну, представляете, если вот такие коряги выносят. Вот такие вот. С разлетом. Естественно, погнула все гофры, листы даже. Все чем закрыто. Ветер прямо холодный. Север. Да. Вот такие дела у нас в Новомихайловском в конце ноября. Конечно, да. Столовая с пылу с жару, но люди сразу тут приехали. Пытаются сохранить свое имущество. А здесь многие, конечно, вот из этих ролетов, они разъехались, они люди не местные. Я думаю, что администрация пляжа, наверное, все держит под контролем. Ну а мы возвращаемся домой. Конечно, в каком-то шоке. Господи, то наводнение, то смерчи, то шторма. А там Краснодарский край, все его красе, да? Ну, уж решила, раз я здесь на пляже, дойдем до торнадо, посмотрим, что здесь. Там уже пытаются наводить уборку. Здесь тоже все камни, которые здесь были огроменные, посмотрите, посносило. Закрыли туда проход на пирс на время такого шторма. Сами тоже видите, да, что творится. Да. Знаете, сколько это опять надо техники? И вывести. Thank you.
эта прогулочка. Набережную просто сносит, конечно. Опять столько урона море нанесло. Снимать невозможно, потому что ветер очень сильный. И я представляю, как в камере будет все шуметь. Но кому интересно, посмотрят. Кому не интересно, вот этот... Я сама такая, когда шумит, вот, допустим, включу какое-нибудь видео. Включу какое-нибудь видео, и там, допустим, что-то шум, на этом шуме там на фоне. Устаешь. Слуху тяжело воспринимать. Ну, в общем, вот такие у нас дела. Такая у нас в этом году концовка ноября непредсказуемая. И вот такие шторма, вот такая погода. Ну, а я поехала на работу. Всем хорошей трудовой недели. Увидимся.